Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах прошел очередной отчетный концерт по актерскому мастерству. В гостях была Мария Кравченко из Comedy Woman. Андрей Черкасов вернулся на поляну. Девушка Анна, которая с ним отдыхала, написала в соцсетях, что она никогда в жизни не придет на проект. Так что Андрей совершенно свободен и готов строить любовь. Вова Гаути и Катя Гужвинская тоже приехали на поляну. Они зажигали в Туле на концерте. А также Вова знакомил свою девушку с родителями и с сыном. У них в отношениях все чудесно, и через неделю Вова собирается это всем доказать. Глеб Жемчугов тоже возвращается на поляну с островов, и Оля его очень ждет. Илья Ебаров улетает на гастроли в Саратов, но свою девушку Руслану Мишину брать с собой не планирует. Он пишет: «Я счастлив в отношениях с Русей, мы заселились в комнату, но тем не менее пока я не хочу брать ее с собой, потому что на концерте будет моя мама, а я пока не хочу их знакомить. Считаю, что это еще очень рано». Венцеслав Венгрожановский стал фэшн-блогером. Он будет разбирать по полочкам гардероб модниц проекта и выносить вердикт их стилю. Не пропустите премьеру рубрики Венчика «Бьюти-гуру» на сайте проекта. И первой будет ожидать модного приговора от Венцеслава Оля Рапунцель. Кстати, про Рапунцель стало известно, что она получает дорогие подарки от мужчины, с которым ее долгое время связывали отношения в чате для взрослых. Он гражданин США и до сих пор питает нежные чувства к Рапунцель. Он хочет снова пообщаться с ней в чате. Мужчину нисколько не смущает присутствие в жизни Ольги Димы Дмитренко. Американец уверен, что сможет лучше обеспечить ее. На поляне прошел кастинг для Жени Кузина и Ильи Ебарова. Школа актерского мастерства дает первые плоды. Этих участников проекта хотят пригласить для съемок в сериале. Женю пробовали на роль врача, а Илью на роль полицейского. Теперь они с волнением ждут результата кастинга. Татьяна Владимировна Африкантова пострадала от очередных бесплатных омолаживающих процедур. После них она стесняется выходить на улицу и носит черные очки. У нее опухло лицо, ей трудно глотать и говорить. Поэтому ее отпустили с проекта на несколько дней. Муж Татьяны Владимировны сделал ей сюрприз и подарил путевку в Грецию. Они улетают 8 мая, так что Африкантова-старшая будет рассказывать теперь в своем блоге о жизни в Греции. Сашу Харитонову постоянно спрашивают, а не хотела бы она поехать на острова Косте Иванову. Саша так ответила своим подписчикам: «Я хотела бы поехать на 2 недели отдохнуть, но только при условии, что Гозиас примет решение приехать сюда и оставить Костю на острове. Я себя уважаю и больше унижаться не хочу». Также Саша сказала, что к Тимуру у нее чувства совсем прошли и у них нормальные человеческие отношения. Продюсер шоу Алексей Михайловский пообещал, что скоро на Олимпе реалити-шоу появятся Алена Ашмарина и Илья Григоренко. Эти ребята сумели сохранить искренние чувства за периметром, они живут вместе. Так что кому, как не им, учить, как нужно строить любовь. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!